Доброй ночи любителям лучшего растения на свете. Сынок в частном доме находит арбалет, спрашивает у папы: «Папа, что это?» «Это старинное оружие». «Ой, папа, давай с него постреляем». «Ну давай, не вопрос». Заряжает стрелу. «Держи, сынок». Тот бах, нажимает на спусковой крючок, стрела вылетает в открытое окно и улетела куда-то во двор. Ну, дом частный. Такой: «Ну ладно, сынок, беги пока стрелу найди, а я пока перезаряжу арбалет». Сынок побежал, прибегает: «Папа, у меня две новости, плохая и очень плохая». «С какой начать?» «Ну давай с плохой. В общем, этой стрелой, что я выстрелил, пробила хуй соседу. Ну а очень плохая какая? А маме две щеки». Едет таксист. На дороге проститутка, бухая, стоит, качается, останавливает. «Подвезешь?» «Ну, садись на заднее сиденье». Ну, она прыгает такая, бах, развалилась, короче, полностью раскорячилась. Без трусов вся хуйня, пизда, все видно вообще. Ну, короче, полная жесть. Ну, таксист такой едет, в зеркало посматривает, прикалывается, угорает. Тут раз, мужик еще какой-то на дороге голосует. Он говорит: «Ну, садись на переднее сиденье». Ну, раз, сели, едут, едут. Таксист такой говорит: «В зеркало глянь, прикол увидишь». Мужик такой в зеркало смотрит, смотрит. «Все, бросаю бухать, а то слишком на пизду стал похож». Надеюсь, анекдоты зашли. Настроение у вас перед сном отличное. И да пребудет с вами сила бульбулятора.